Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях Владимир Усков. Здравствуйте, Владимир. Председатель Совета молодых ученых и специалистов Рязанской области. То есть вы, я так понимаю, самый главный ученый и специалист молодой Рязанской области. Но если серьезно, то вот этот вот совет – это очень мощная такая техническая и научная сила, которая у нас вот теперь консолидировалась. Расскажите, вот, что это такое? Совет молодых ученых. Совет молодых ученых первоначально был создан в 2008 году по инициативе самих молодых ученых. И основная его цель при создании была понять, сколько нас, и, соответственно, предложить для органов власти региональной какие-то идеи, которые могли бы помочь функционировать вот молодому научному сообществу. То есть такая общественно-научная такая вот. Да, вот эту инициативу в свое время поддержал Комитет по делам молодежи, который возглавляла Елена Ивановна Буняшина. Ну, сейчас знаем, что комитет у нас преобразован в министерство, да. Вот. И Елена Ивановна министр. Министр образования, да. И у нас получилось так, что мы предложили ряд инициатив, в частности, по модернизации премии губернатора Рязанской области для молодых ученых, о создании конкурса молодых ученые года, еще три инициатив, которые были поддержаны регионом. И, наверное, из-за того, что совет достаточно результативно работал, в итоге совет был преобразован при губернаторе Рязанской области и в настоящий момент выполняет экспертно-консультативные функции. Это его одна из основных задач при губернаторе. Ну и, естественно, координирует и информирует молодых ученых, поддерживает где-то молодых ученых и специалистов региона при различных, скажем так, мероприятиях, которые проходят либо в пределах области, либо за. Ну вот, например, одним из главных моментов, наверное, который занимается совет, это введение реестра молодых ученых-специалистов Рязанской области, фактически базы данных по направлениям. И конкурс «Молодой ученый года», в частности, выступает. И в качестве такого он позволяет наполнять этот реестр в первую очередь ведущими молодыми учеными и специалистами региона. И это позволяет иметь определенную полноту информации. И в конце каждого года Совет молодых ученых готовит доклад губернатору Рязанской области о деятельности Совета. И обычно в этом докладе также содержится информация о проблемах, там, социально-экономических, каких-то научных проблемах, которые стоят перед молодыми учеными региона. Ну, ваша даже система, я бы так сказал, научно выстроена, потому что здесь все учтено, и смотр сил такой достаточно полный представлен. Но ведь, конечно же... Динамики причем. Конечно, да. Ну, ведь главная цель, как мы себе это представляем, совета, это о том, чтобы правильно донести информацию о тех проблемах, которые есть у нас, у молодых ученых, для того, чтобы власть могла принимать верные управленческие решения по отношению к нам и помогать нам по возможности там, где это действительно необходимо. В том числе, это различные вопросы социально-экономического плана, может быть, кадрового плана и, естественно, финансовой поддержки каких-то исследований, которые важны для региона. Я бы сказал так, вот вам удалось, можно я так образно скажу, сделать карьеру вашему совету, так сказать, общественному сначала научному объединению и дойти до самых верхов, получить поддержку сверху. Ну, я не думаю, потому что вы все молодые и красивые, только поэтому, а потому что, наверное, эффективность вашей работы, она была настолько существенна, что вот за нее сразу ухватились власти. Другого я просто не вижу здесь, почему так сразу вы вышли на хороший уровень такой. Ну, я здесь прокомментировать на это не могу. Это, наверное, нужно органы власти спрашивать, почему они приняли такое решение. Но я хотел... Да-да-да, извините, я не продолжил. Значит ли это, что вот эффективность ваших работ, вашего труда, это, как бы основной краеугольный камень вот этот вот всего вашего совета? Ну, на мой взгляд, да. На мой взгляд, да. И думаю, что вот одна из причин, по которой мы в этом году проводили вот такой новый, в новом формате форум молодых ученых. Недавний, да. Да, новый взгляд на город, потому что по тем данным, которые мы получали в ходе данных и мониторинга, стало, в принципе, понятно, что рязанские молодые ученые, у них есть огромный научный потенциал, огромный научно-практический потенциал, который может быть реализован и на благо того города, в котором мы все живем, в котором молодые ученые, соответственно, трудятся. И вот так и родилась идея создания проектных мастерских, которые решали вопросы социальных проблем города Рязани. И результатом, одним из результатов, это обсуждение
этих, соответственно, проектов, которые были представлены, проектные мастерские, которые возглавляли, молодые ученые семи наших ведущих вузов, 13 проектных мастерских, первоначально на площадках своих вузов, скажем так, предлагали проекты для общественного обсуждения, и потом вот они были 18 числа на публичную защиту, уже официальную, скажем так, выставлены, и на этом форуме были определены победители. Вот в двух словах можно про работу победителя? Потому что я вас там видел в сюжете, вы председательствовали в жюри, насколько я понял. Да, причем я хотел бы подчеркнуть, что форум вызвал неподдельный интерес у региональных органов власти, отчасти у бизнес-структур, да, у общественных организаций. Средства массовой информации присутствуют. Средства массовой информации, все конечно. Почти. И на форуме, в работе форума участвовал губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев и глава администрации города Рязани. И здесь, конечно же, мы должны четко понимать, что такой интерес, наверное, вызван теми результатами, которые ребята добились. Угу. Потому что, ну, проектные мастерские – это не только их руководители, да, это и та группа людей, которая работала. В целом, вот 13 проектов, да, было заслушано на публичных слушаниях, экспертный совет их, соответственно, оценивал. Угу. И очень интересно получилось, что, в принципе, было отмечено, что, ну, в принципе, наверное, все 13 проектов в той или иной мере, хотя бы там частично, могли бы быть реализованы, наверное. Плохих не было. Ну, скажем так, совсем плохих не было, да. Но 4 проекта, по мнению экспертного совета, особо как бы выделялись на общем фоне. И это проекты таких... руководили таких проектах мастерских, которые возглавляли такие молодые ученые, как Юлия Сергеевна Рулева. Она представляет Рязанский государственный университет имени Сергея Александровича Есенина. Ее работа была направлена по проблематике улучшения, увеличения и расширения количества рабочих мест города Рязани. Александр Юрьевич Марков, руководитель проектной мастерской, который представляет Академию права управления в СИН России. Их проектная мастерская предлагала проект областного закона, связанный с социальной реабилитацией лиц больных наркоманией. Это важная проблема, одна из важных проблем, которая беспокоит. Сейчас на федеральном уровне обсуждается это. И, наверное, для региона это своевременно, что экспертный совет подчеркнул. Так что, может быть, если даст Бог, как говорится, он вырастет и выше региона, этот проект. Да, это Холопов Иван Сергеевич, руководитель проектной мастерской, проектная мастерская по такому проекту «Безопасная дорога в школу», направленная на улучшение правопорядка в городе, который позволяет, ну, в общем, скажем, обезопасить наших детей, в большей степени обезопасить наших детей при походе там, в учебное заведение, в школу, там, детские сады и так далее, и тому подобное. И проект, который делала проектная мастерская под руководством Татьяны Александровны Батровой, это представитель Рязанского филиала Московского университета МВД России. И этот проект был направлен на тоже на улучшение правопорядка в городе. И, ну, связан такой комплексный проект, в котором взаимосвязаны множество аспектов, в том числе там, работа дружин, например, в пределах города Рязани, ну и так далее. В целом, все 4 проекта, которые представляли, вот 4 вуза, получается, да, которые на базе 4 вузов делали, Рязанский государственный университет, радиотехнический университет, вот Холопов, это университет МВД и университет, соответственно, Академии права управления, да, все они показали достойные результаты, но и другие представители вузов, и десантное училище, и агротехнологический университет, и ну, то есть, я бы, знаете, как сказал, вот если завершая вот это, вот, закругляя, как говорится, вот эту мысль, что нет, не было проектов, недостойных внимания. Да, такой, конечно. Потому что, конечно. Вот, ну, 4 наверху, ну, как решила экспертная комиссия, но и все остальные отнюдь не внизу, и с ними можно работать, и, наверное, даже нужно работать. Да. Вот так, я считаю. Большое вам спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Владимир Усков, председатель регионального совета молодых ученых и специалистов. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи.